И вот так тема медвежат плавно переходит в тему совята. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала! Как вы уже догадались, этот мастер-класс посвящен вот этим детским безрукавкам с узором сова. Я сама очень люблю безрукавки и ношу их и летом, и зимой. И считаю, что в детском гардеробе эта вещь просто необходима. Жилетов для детей много не бывает. И предлагаю вам вместе со мной связать вот такой красивый детский жилет с таким забавным узором. Узор сова, так же, как и узор медвежонок, связан на 12 петлях. Я вот хочу обратить ваше внимание вот на такой момент. Из-за того, что и здесь мы в первом ряду узора перекрещиваем петли, вот в этой части изделие топорщится, появляются вот такие волны. Но путем проб и ошибок я нашла выход из этого положения и покажу все это в мастер-классе вот на этом образце. Вот эти волны, они присутствуют. Ну вот уже на этом образце они не так видны. Покажу, как мы решаем этот вопрос. Как и на образцах с медвежатами, боковые швы отсутствуют. И на этих образцах тоже. То есть изделие провязано одним полотном. Я набираю петли на полочки и на спинку. Провязываю так до проймы. Дальше уже распределяю петли на полочки, на спинку и продолжаю вязать. И вот швы только на плечиках. Во всех четырех образцах боковые швы отсутствуют. Совы на этих образцах размером отличаются друг от друга. Вот на этих двух они побольше. И на этом тоже. А вот на этих двух я их сделала чуть поменьше. Вязать будем вот этот образец. Но объясню, как можно будет связать при желании. И побольше, и поменьше. Это уже все будет в мастер-классе. Я уже набрала петли и провяжу резинку 2 на 2. Количество петель должно быть кратно 4,
плюс еще 2 петли. У меня 122 петли. И если мы захотим увеличить это количество, то каждый раз должны прибавить по 4 петли. 126, дальше будет уже 130, 134. Точно так же и в обратном направлении. Ну, вы уже поняли, о чем речь. Те, кто вяжет, знают, что обычно эта сторона, она бывает изнаночная. Но в моем случае это будет лицевая сторона. Для того, чтобы начало работы, вот этот наборный ряд походил на фабричный, во втором ряду я применю определенный прием, и в результате это у меня будет лицевая сторона. Почему я так специально останавливаюсь на этом моменте? Чтобы мы знали, что первые две петли мы провяжем лицевыми. Первый ряд вяжем, как обычно. В первом ряду первую петлю тоже провязываем. Лицевая, изнаночная, две лицевые, изнаночные. Так мы провяжем весь ряд. Самое интересное начинается во втором ряду. Первый ряд провязали, переходим ко второму ряду. Первую петлю, как правило, мы переснимаем. В изнаночном ряду я переснимаю еще и вторую петлю. И поскольку это у нас уже изнаночная сторона, вот эту вторую петлю я снимаю, только рабочая нить спереди. А вот дальше уже две лицевые петли, как мы их провязываем. Правую спицу я завожу за работу. Снимаю эту лицевую петлю, выворачиваю как бы и провязываю перед работой лицевой. Со второй лицевой петлей поступаю точно так же. Спицу завожу за работу, снимаю со спицы эту петлю, выворачиваю и провязываю лицевой. Изнаночные провязываю изнаночными, как обычно. Дальше вот эти две лицевые точно так же. Как бы спицей подныриваю под работу, снимаю эту петлю, переворачиваю и провязываю. И за счет вот этой манипуляции, вот этот наборный край, он становится похожим на фабричный. Изнаночные изнаночными, как обычно. Лицевые уже из-за работы перехватываем. Вот так мы провяжем весь ряд. Завершаю второй ряд. И перейду к третьему.
те же самые манипуляции вот этими лицевыми петлями. Предпоследнюю петлю опять не провязываю, снимаю. Рабочая нить перед работой. И последнюю петлю провязываю изнаночной. Третий ряд и все последующие ряды будем вязать как обычно. Вот уже с лицевой стороны вторую вот эту петлю провязываю лицевой. Две изнаночные, две лицевые. Две изнаночные, две лицевые за задние стенки. Если вы обратили внимание, то заметили, что вот эту вторую лицевую я провязала за переднюю стенку. А эти за заднюю. По ходу покажу, как на резинке делаю петлю для пуговицы. Провязала 9 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И с изнаночной стороны провяжу петлю для пуговицы. Первую снимаю, вторую тоже снимаю, поскольку это изнаночный ряд. И вот следующие две петли лицевые провязываю вместе. Меняю направление петель. И провязываю вправо. По логике дальше уже должен быть накид, но я накид пока пропускаю. Дальше просто продолжаю вязать. В следующем лицевом ряду покажу, как я решаю этот вопрос. Довязываю следующий лицевой ряд и покажу, как я решаю вопрос этой недостающей петли. Ее я поднимаю из протяжки. Это тот же самый накид. Просто я поднимаю эту петлю из протяжки для того, чтобы отверстие для пуговицы получилось не слишком большое. И провязываю ее изнаночной. Следующую петлю тоже изнаночной. Предпоследняя лицевая петля лицевой. И последнюю в ряду провязываю изнаночной. Следующий ряд изнаночный. В этом ряду первую снимаю, вторую тоже снимаю, как вы помните. Нить перед работой. Третью провязываю лицевой. Четвертая – это уже полноценная петля, никакой не накид. Но провязываю я эту петлю за переднюю стенку. Не за заднюю, а за переднюю. И это с той же целью, чтобы отверстие для пуговицы получилось не слишком большое. Дальше уже продолжаю вязать резинку 2 на 2. И так провяжу 14 рядов всего. Провязала 14 рядов резинки 2 на 2. И теперь пора переходить к платочной вязке. Этот переход я осуществляю с лицевой стороны.
Вот на этом готовом примере покажу, как выглядит эта линия перехода с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Думаю, согласитесь со мной, что с этой стороны эта линия, она более отчетлива. Это такой маленький нюанс, но безупречность нашей работы состоит именно из таких нюансов. И вот в этом ряду, в ряду перехода я буду делать еще и прибавки. Я по каждому поводу говорю, что после резинки я всегда делаю прибавки, за редкими исключениями. И это тот случай, когда я буду делать эти прибавки на этот размер, на это количество петель, 122 петли, 6 прибавок достаточно. В конце ряда я отметила места прибавок, а сначала я, ну, уже я наизусть помню, первую прибавку я делаю после третьей полоски, вторая идет после седьмой и третья после 12 полоски, а с этой стороны я просто пересчитаю эти полоски. И сразу же после резинки перехожу на круговые спицы, мне так удобнее. Снимаю первую петлю, вторую провязываю лицевой за переднюю стенку. И дальше уже идут лицевые петли, за исключением седьмой петли. Вот эту петлю мы каждый раз с лицевой стороны будем вязать к себе, изнаночной. Дальше опять лицевые. И вот пора делать прибавку. Первая полоска, вторая, третья. Прибавку я делаю из протяжки. Поднимаю нить и оформляю, формирую эту петлю. Дальше уже опять идут лицевые. До восьмой полоски. 2, 4, 6, 7. И вот еще из одной протяжки делаю вторую прибавку. По-моему, уже пора делать третью прибавку с этой стороны. Сейчас посчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. После 12 полоски провязываете петли и из протяжки формирую еще одну петлю. Дальше уже провяжем до этих маркеров и прибавим еще 3 петли в ряду. Полагаю, уже все понятно. Так мы провяжем лицевыми петлями, кроме вот этих петель, которые формируют эту полоску, которая тянется по всему, по всей длине, по всей высоте, вернее, изделия. Следующая прибавка. Это уже четвертая.
Пятая перебавка. И доходим до последней, шестой прибавки. Осуществили шестую прибавку. И вот с этой стороны 3, 6, седьмую петлю провязываем к себе изнаночной. Дальше опять идут лицевые петли. И последняя изнаночная. Покажу, как поступаем с этой седьмой петлей с изнаночной стороны. В каждом изнаночном ряду мы точно так же будем поступать со всеми этими петлями. Первую сняла, вторую тоже сняла. Нить рабочая перед петлей. И дальше вяжу уже лицевые петли. 6 петель – это петли кромки, вернее каймы. И вот седьмая. Седьмую мы провязываем вот таким вот образом. Заводим спицу вот в эту петлю, то есть в петлю предыдущего ряда. Не последнего, а предпоследнего. Провязываем и снимаем обе петли, получается. Дальше уже вяжем лицевые петли. Точно так же поступим и с седьмой петлей с этой стороны. И так провяжем до тех пор, пока с лицевой стороны не посчитаем 6 барашков. Вот наши барашки. С лицевой стороны их 6. 2, 4, 6. А с изнаночной стороны 7. И теперь пора переходить к узору. Сама сова вяжется на 12 петлях, но я выделила маркерами 11 петель. 11 с этой стороны, 11 с другой. А эту одну недостающую петлю я прибавлю по ходу. А для чего это делается, я уже говорила об этом в вводной части, дабы избежать вот этих волн, которые возникают из-за перестановки петель. От этой дорожки я пропустила по 5 петель с одной и с другой стороны и поставила маркеры. Ну, это понятно, да, наши полочки. Правая, левая полочка, и на каждой мы сейчас провяжем узор. И вот с изнаночной стороны мы как бы в этом ряду подготавливаем основу, базу, да, для узора. То есть эти 11 петель с изнаночной стороны мы провяжем изнаночными. Первую снимаем, вторую тоже, нить перед работой. Третья. Четвертая, пятая и шестая. Вот эти 6 петель – это петли каймы. Вот это петля дорожки. 5 промежуточных петель. И петли узора. И вот эти петли узора мы сейчас провяжем
изнаночными. И вот после этих двух петель из протяжки я поднимаю еще одну петлю и провязываю изнаночной. Эту недостающую петлю следует поднять именно вот после этих двух. Дальше я объясню почему. И вот у нас уже 12 петель на узор. Дальше остальные петли до маркера провязываем лицевыми. Доходим до следующего маркера. И эти петли между маркерами тоже провяжем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И для симметрии прибавку я сделаю вот здесь. 10-я петля у меня будет прибавка. Опять изнаночной провязали 11, 12, 5 промежуточных петель. Вот это дорожка, петля дорожки и петли каймы. Предпоследнюю просто снимаю. А последнюю кромочную провязываю изнаночной. И сразу же после этого, то есть в следующем ряду лицевом, мы сделаем перестановку. Перестановку петель. Провязываем петли каймы. 7-я петля к себе изнаночной, 5 промежуточных. И вот здесь нам необходима обоюдная спица. Вот на эту спицу мы сзади снимаем 3 петли. И провязываем следующие 3. 1, 2, 3. И переходим вот к этим петелькам, которые ожидают своего череда на вот этой спице вспомогательной. 1, 2, 3. Следующую тройку снимаем спереди, перед работой. Это как всем знакомые косы. Тот же принцип, никакой разницы. Провязываем последнюю тройку петель. 1, 2, 3. А дальше вот эти петли на вспомогательной спице.
Дальше уже вяжем наши лицевые петли до следующего маркера. Дошли до следующего маркера, опять снимаем 3 петли на вспомогательную спицу за работой и провязываем следующую тройку. 1, 2, 3 петли со вспомогательной спицы. Вот они. Слишком натянуты эти петли. Ну, понятно, из-за перестановки. Снимаем следующую тройку петель перед работой. И вот она, вот эта прибавка. Вы, наверное, догадались, почему мы именно здесь сделали прибавки. Дабы вот эти петли прикрыли вот эту прибавку, чтобы она не была видна. Вот поэтому я именно здесь сделала прибавку. Вот эта петля прибавленная. Последующие 2 петли. И провязываем петли со вспомогательной спицы. Вот и все. Переходим к следующим петелькам, довязываем ряд и дальше уже в последующих рядах все петли провяжем по узору: изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Эти 5 промежуточных и вот петли узора, 12 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И вот так провяжем до тех пор, пока с лицевой стороны не посчитаем 14 барашков. Вот наши 14 барашков. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И в этом ряду проделаем то же самое, что в начале узора. То есть переставляем, перекрещиваем петли. 3 вправо, 3 влево. Приступаем. Первую сняли. Вторую провязали за переднюю стенку. Дальше лицевые.
одна изнаночная, это седьмая, 5 промежуточных петель между каймой и самим узором. Снимаем маркер и снимаем 3 петли на дополнительную спицу за работой. Провязываем 3 петли. Затем петли с дополнительной спицы. Одна, вторая, третья. И следующую тройку снимаем на вспомогательную спицу уже перед работой. Одна, вторая, третья. Провяжем последнюю тройку. И эта тройка становится уже предпоследней, потому что последней становятся вот эти петли на дополнительной спице. Одна, вторая, третья. Дальше уже лицевые петли идут до следующего маркера, то есть до следующей совы. То же самое проделаем на другой совушке. И дальше уже провяжем по узору с изнаночной стороны и все последующие ряды по узору. И так провяжем до 18 барашка. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Вот 18 барашков. И вот в этом ряду мы должны делать последнюю третью перестановку петель. Получается, мы провязали 36 рядов. 18 барашков – это означает 36 рядов. То есть после резинки мы провязали 36 рядов. И получается, что последняя эта перестановка у нас приходится на 36 ряд. Но 36 ряд – это в этом случае, когда мы подготовку к узору начали после 6 барашка. Ну, в том случае, если вы начнете подготовку узора после 8 барашка, то есть на 2 барашка выше, это будет означать, что последняя перестановка у вас будет тоже на 2 барашка выше, ну, предположим, после 20 барашка. Ну, это такое небольшое отступление. И вот в этом ряду мы проделаем то же самое, что и в первом ряду узора. Провяжем петли каймы, 6 петель каймы, петля дорожки, промежуточные петли и опять первую тройку снимем на вспомогательную спицу за работой. Одна, вторая, третья. Провязали следующую тройку петель и петли со спицы вспомогательной.
Первое. Вторая. И третья. Дальше уже по алгоритму знакомому. Следующую тройку снимаем на дополнительную спицу перед работой. Провязываем последнюю тройку петель узора. И возвращаемся к этим петелькам. Переходим к платочной вязке. До следующего маркера и то же самое проделаем на другой сове. Потихоньку вырисовывается головушка совушки. Но это еще не все. Покажу, как поступаем дальше. Опять снимаем первую петлю кромочную, вторую тоже, работа, нить перед работой. Дальше вяжем петли каймы. Петля дорожки. 5 лицевых. И вот дошли до петель узора. Как мы поступаем с этими петлями? Покажу с этой стороны. Значит, вот эти две петли с этой стороны и две с этой мы провяжем вместе. При этом сделаем так, чтобы вот эти вторые петли, вот вторая, да, если это первая, то это вторая. Это первая, это вторая, чтобы эти вторые петельки оказались сверху. Еще я посередине две петли провяжу вместе, то есть убавлю. Вы помните, в начале работы мы прибавили одну петлю, следовательно, здесь нам нужно убрать одну петлю, чтобы привести в баланс количество петель. И все-таки так правильно, я все-таки правильно поступила, что и в начале прибавила, и в конце убавлю. Потому что вот сейчас мы, когда перейдем от лицевой глади к платочной вязке, всем вам это знакомо, этот дефект. Ну, говорят, каждый дефект имеет свой эффект, но тем не менее. Знаем, что обычно изделие топорщится. Чтобы избегать этого, все-таки стоит отойти от классического узора и сделать эти прибавки и убавки. Итак, две петли вместе, как уже сказала, делаем так, чтобы эта вторая оказалась сверху, поэтому вот так переставляем петли. И вяжем эти петли изнаночными к себе. А дальше уже вяжем лицевыми. Одна, вторая, третья.
3 петли провязали, 4 и 5 я провяжу вместе. Тоже лицевой. Дальше. Еще 3 лицевых. И дошли до последних 2 петель. Здесь уже перестановка не требуется. Просто провязываем вместе эти петли. Дальше уже платочная вязка. И на другой сове проделаем те же манипуляции. Переходим к лицевому ряду. И в этом ряду все вяжем как есть. Ничего нового. Вяжем по узору. Фактически получается, вяжем все лицевыми. И вот эту петлю, и все остальные. Кроме петли дорожки и последней кромочной. Эту петлю, кстати, вяжем за заднюю стенку. Не как остальные. Вяжем изнаночный ряд. Это последний ряд узора. Между вот этими двумя маркерами всего 9 петель. 2, 4, 6, 8, 9. Что и понятно. Мы 2 петли убавили, когда вязали ушки-совушки. И теперь пора восстановить эти 2 петельки. Ну, одну убрали, убавили в середине. Было 12, осталось 9. Сейчас мы восстановим 2 петли. И у нас будет 11 петель. То количество петель, что было в самом начале узора. И покажу, как мы будем восстанавливать эти петли. Маркеры убираем, они больше нам не нужны. Как уже сказала, это последний ряд узора. Эту петлю уже вяжем лицевой. И прямо рядом из протяжки поднимаем петлю. Тоже вяжем лицевой. Дальше опять все петли лицевые. Здесь тоже из протяжки поднимаем петлю, вяжем лицевой. Последнюю петлю тоже лицевой. Убираем этот маркер тоже. И продолжаем вязать до следующего маркера. И со второй совой поступим аналогично. Дошли до второй совушки. Убрали маркер, провязали первую петлю лицевой, из протяжки подняли недостающую петлю, провязали лицевой. И дальше все последующие петли тоже лицевой. Еще одна прибавка.
И последняя петля узора. И сейчас покажу, что у нас получилось. Как выглядят наши совушки. А вот как они выглядят. А вот как они выглядят вместе. А выглядят они вполне прилично. Итак, мы продолжим вязать до необходимой нам высоты, до подмышек. На этом я завершаю первую часть урока. Продолжение вы можете посмотреть во второй части.